Всем привет, ребята! Вы на канале TNT-FOX. Сегодня продолжаем бомбить вот эту канистру, смотрите. Вот, такие были повреждения с прошлых раз, вот так сдулось. Смотрите, здесь коптится, все разрывало днище. Короче, можно будет бросать теперь большие петарды. Ребята, напоминаю, брал больше 100 видов пиротехники, вот таких петард, больше 100 видов. Так что смотрите предыдущее видео, как взрывались вот другие петарды, поскольку их уже в этой серии не будет. Здесь остались только вот все, что вы здесь видите. Что ж, ребятки, начнем взрывать канистру. Давайте ее установим, как всегда. Вот так. Так, и давайте вот так, вверх тормашками. О, поскольку здесь дыра, вот такая будем туда забрасывать. Низ я закрыл хорошенько, чтобы были мощные взрывы. Так, давайте выберем, какие петарды сегодня повзрываем. Давайте вот таких малюток возьмем. Несколько штук. Во. Ребята, меня часто спрашивают, где я покупаю пиротехнику. Так вот, хотел бы вам порекомендовать классный магазин, называется Пиромаркет. Я сам часто здесь заказываю, поэтому буду рекомендовать его, поскольку здесь очень большой выбор различной пиротехники, смотрите. Начиная с петард, вот, по-быстренькому вам покажу. Петарды, короче, на любой вкус. Заходите, смотрите, кому интересно. Также есть, короче, различные пиротехнические мелочи, римские свечи. Короче, все здесь есть, минометы, салюты. Различные вот такие спецэффекты, дымы, всякие фаера. Думаю, всем будет интересно, кто увлекается такой темой. Заходите в интернет-магазин Пиромаркет. Здесь также, ребята, есть акции. Не забывайте про акции, смотрите. Также, ребята, еще не забывайте вводить промокод TNT-FOX, тогда получите 10% скидки на весь заказ. Договорился специально, чтобы был промокод от меня, чтобы кто покупал в этом магазине, получили скидочку чисто от меня. Что же, ребятки, магазин классный, всем советую. Магазин уже давно на рынке находится, проверенный. Комментарии все пишут хорошие. Также я часто заказывал, поэтому рекомендую вам этот магазин. Ссылочки на магазин будут в описании. Так, берем в карман. Также, смотрите, ребята, обязательно предыдущее видео, там были просто супер петарды. Так, давайте возьмем вот этих. Вот, таких. Смотрите, думаю, для начала хватит. Так, погнали. Ставим штатив, вот так, чтобы вам было видно. И давайте поджигать. Так, бросаем К-33 шарк. Малютка вот такая. Следующая П-200. П-23. Вот это был взрыв. Ребята, смотрите. Мощь. Вздулась вот так канистра. Ого. Ого, смотрите. Здесь трещина появилась. Не знаю, было раньше или нет. Вот, напишите в комментарии, может быть, я не заметил. Но, короче, вздулась канистра конкретно. Вот так, жесть. Мощная петарда все-таки. Так, давайте забахаем вот такую пиратку. ФП-15. Малыша вот такого. Два взрыва КРСР-4. Вот такая от кометы петарда. П-12-17.
не помню, насколько зрело, посмотрим. Два. Дальше вот такой крестар, 4 желтый запал. Двухзрядный, судя по всему. Так, выбираем, какие петарды еще затестить. Так, давайте дымный мячик забахаем, вот такой зелененький. О, предлагаю вот такой большой крекинбол закинуть, интересная штука, надеюсь, вам понравится. О, в прошлой серии, короче, бросали такую анку пулеметчицу, так взрывалась вообще просто мощь. Ребята, обязательно заценивайте предыдущее видео. Так, зеленый вот так установим, чтобы было видно дым. Вот так вот продымело. Что ж, давайте устанавливать вот такой большой крекинбол. Смотрите, зелененький. Так, хорошенько закрутим, чтобы мощно сработал. Вот так. Погнали. Вот это, ребята, мы поджарили канистру изнутри. Ё-моё, коптило. Но после анки пулеметчицы было пожестче коптило. Там вообще просто дымила канистра. О да, вот это я понимаю. Смотрите. Так, с всех сторон посмотрим повреждения. Да, вздулось конкретно после FP3. Ребята, мощные петарды советую. Фуроровские FP3. Вот. Так, давайте выбирать, чтобы еще такого затестить. Давайте затестим сегодня... Вот такой Корсар 8 Галактика. И давайте бахнем, что ли, вот такую большую петарду от фирмы Агенция Свято. ПТ-37. Во. Так, большую напоследок оставим. Так, сейчас бахнем Корсар 8. И давайте, чтобы еще такого затестить, давайте повзрываем вот такую гранатку, можно закинуть. Так, есть Корсар 6. И треугольник большой. Давайте с них и начнем. Погнали. Бросаю треугольник. Есть. Так, дальше Корсар 6. Вот так выглядит. Мощно лупит, мощно. Так, вот такая гранатка. Так, смотрим, что я тут в карман взял. Так, Корсар 8. Вот такой. В принципе, мне нравится такой Корсар 8. Взрывается мощно. Так что покупайте, ребятки. Во. Вот это просто супер мощь. Завернулся металл, смотрите. Вот такие повреждения. Так, давайте еще что ли мелочи побросать какой-то. Так, что мы не тестили, так это тестили в предыдущих сериях. Давайте забахаем Корсары 2 из мелочевочки. Вот. Давайте вот такой мячик. Так, Корсары 2. Вот так выглядит. Берем. Так.
Так, и сразу троечок попробуем забросить. Мячик. Это, по-моему, у нас корсарка, если не ошибаюсь, от Максима. Короче, взрывается нормально. Так, ну и что, ребят, напоследок бросаем вот такую ПТ. Три семерки. Ух. Так, нужно будет штатив где-то здесь. Вот так настрою сейчас, чтобы вам было хорошо видно. О, вот так, думаю, пойдет. Вот, и тут его и поставим. Забрасываем. Вот это, ребята, разворотило канистру. Ёшкин-матрёшкин. Вот это да. Не думаю, ребята, что так будет. А еще осталось очень много петарды. Что делать, ребятки? Вот это да. Это просто жесть. Давайте посмотрим, что там внутри. Так, это у нас металлическая трубка для воздуха, походу. Да. Мощняк, короче, рвануло. Это просто жесть. Супер мощная петарда, советую. Взрывается очень отлично. Вот так вот, ребята. Вот такая получилась дырень. Надеюсь, вам ролик, ребятки, понравился. Не знаю, правда, что с этими петардами делать. Где их повзрывать. Но, ребята, если хотите еще канистру, предлагайте в комментарии. Пишите слово «хочу». Обязательно найду еще вторую канистру. И обязательно повзрываю для вас, если вам такое понравилось. Вот, вот это я понимаю взрыв. А то мучились, долго разрывали. Тут в конце бах и просто разнесло. Или как думаете, может быть еще довзрывать? Хотя не думаю, что здесь что-то уже поможет. Уже вырвало дно. Думаю, ничего уже с этой канистрой не сделаешь. Только в металл сдать. Ну, вот так вот, ребята, повзрывали. Надеюсь, видео вам понравилось. Смотрите предыдущие ролики, там были тоже крутые петарды. Ребятки, очень много разной пиротехники взрывало, так что заценивайте. Эти петарды постараюсь взять на следующие ролики, ребята. Если хотите канистру, обязательно пишите. Возьму эти петарды, именно эти петарды, что остались на следующую канистру. Повзрываем также здесь вот такие большие. Смотрите, у нас тут есть Ахтунги, вот такие Биг Джамбо, ТЦ-5Б. Есть Корсар 16. Ой, ребятки, я думал Корсар 16 напоследок оставить, чтобы точно уже добить, поскольку знаю, что некоторые петарды слабенько взрываются. Там металл толстый. Вот, не думал, ребята, не думал. Вот такой Ахтунг есть, вот такая ПТ-77. Так, даже К-999 вот такая есть, вот такой дизайн. Есть еще Динамит Бум. Даже вот такую гранатку взял, хотя она слабенькая, но, короче, взял для теста, но, как видите, не получилось. Так что, если хотите еще, пишите слово «хочу», обязательно возьму вторую канистру, найду и для вас поснимаю. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале также выходят крутые видео с пиротехникой, как и здесь. Очень интересные, советую заценить, ребята. Не забывайте ставить лайки, писать приятные комменты. Что вы думаете по поводу сегодняшнего ролика, напишите. Поддерживайте канал, ребята, подписывайтесь, кто впервые на канале. Здесь очень много крутых видео, таких с пиротехникой. Вот такие эксперименты проводим, смотрите, интересные. Так что пока-пока, ребята. Смотрите здесь также 4 видео. Всем пока, до новых встреч!